Акция «В центре внимания дети» стартовала в столице традиционно. В преддверии нового учебного года такой марафон проводит МЧС. В одном из столичных торговых центров дети вместе с родителями смогли не только купить все необходимое к школе, но и пополнить багаж знаний о правилах безопасности. Тематические зоны с огнетушителями, пожарными извещателями и интерактивные площадки, где ребятам, родителям напомнили правила обращения с огнем и электроприборами. Он у меня будет первоклассник вот 1 сентября, и для него очень полезно, поскольку он будет самостоятельно уже один проводить время в школе, он должен обязательно знать об опасностях, чтобы правильно оценивать ситуацию. Да? В рамках акции большая работа проводится со взрослыми, которые в первую очередь ответственны за безопасность детей, вот, которые должны обучать правилам безопасности детей и также, безусловно, являются примером в случае какой-либо ситуации. А в начале сентября работники МЧС устроят в школах уроки безопасности. Учителям будут предложены тематические занятия, а папам и мамам спасатели еще раз напомнят, почему нельзя оставлять детей дома одних.